Всем здорова, друзья мои, с вами спикер и Гордон Фримен. Мы продолжаем проходить уровень сложности максимально, без смертей, все по-честному и хардкору. Итак, друзья, трудный применяем и погнали. Идем спасать мир, наказываю плохих ребят, а сегодня у нас, походу, будет локация с большим монстром. Ну-ка, погнали, мне хочется сразиться на максимальных настройках и насколько это будет эффектно. Ну что, мне нужны нычки, мне нужны патрончики, так, нам нужно зайти сюда. Открываем дверь, забавно. Нычки уже все полны, у нас очень много оружия, у нас есть ракетница, мне это очень пригодится. А эти штуки мы отсюда, конечно, уберем и подальше. Что-то нас не цепанули. Ну, все чудесно. Хорошо, погнали, нужно обойти снизу. Ну, хорошо, пойдем. Старый добрый лизуны снова на потолке. Так, нужно взять одну приманку, и с помощью приманки можно, в принципе, пройти без проблем. Оп, секундочку, даже не заметил вам. А можно, в принципе, взять и гренку, и с помощью гренки закинуть прямо на язык. Только, друзья, не повторяйте этого дома, это смертельно опасно. Сейчас глотнет. Да, прикольно получилось. Пойдем дальше. Так, дробовичок на всякий случай. Какого черта? О-о-о-о! Откуда вы выпали? Сколько вас там? Черт возьми, я уже забыл про вас. Так, один, второй. Сколько вас там? И был, кажется, еще четвертый. Оп, хотел прыгнуть на меня. Короче, что у нас дальше по плану? У нас там два пулемета, нужно бы пройти аккуратненько. Да, я помню это место, и, кажется, я брал батарейку Energizer. Сейчас посмотрим. О, есть как раз батарейка. Батарейка Energizer мне как раз поможет. Сейчас пройдем аккуратненько, практически не потеряем. Я маленьком. Так, спокойно, спокойно. Слушайте, реально помогает батарея. Батарея, Energizer, все по... все как надо. Так, конечно, была нычка внизу. Сейчас посмотрим. И, конечно, нужно открыть эту дверцу. Так, давай-ка внутрь. Гордон, давай-ка вовнутрь, что у нас полезно есть. Нам нужна бронь. Ох, практически 100% брони. Это очень хорошо. Дальше будет, конечно, большой монстр. И это нас очень спасет. У нас очень много ракет, у нас есть пулеметы. И главное, у нас есть желание пройти на максимальных настройках. Что мы сейчас и делаем. Как же долго идет загрузка. Так, есть нычка. Секундочку, там есть... давай-ка с помощью кресел. Стулом нормально грели. Так, нычка, патрончики мы собрали. Все чудесно. Пойдем мы все уберем. И возьмем на растул. Ох, друзья, душевая. То самое место, где будет большой монстр. Ну хорошо, сейчас разберемся с ним. Главное, друзья, быстро бегать и точнее стрелять. Автомат. Ну здорово. Ой, да дыр. Сейчас еще одну гренку. Побежали от него подальше. Тут главное включать фонарик и просто бегать очень быстро. И ох, есть бочки. Ну-ка, секундочку, бочки я просто обожаю. Сейчас подойдет чуть ближе. Спокойно, спокойно, держи. Черт, у меня не получилось, кажется. Держи вторую. Нормально получилось. У нас есть плюшка. Ох ты да. Держи плюшку. Ничего себе. Походу, раза два точно стукнул об него. Так, побежали. Побежали дальше. Сделаем перезарядку. Что у нас тут есть? Тут есть бочка. Секундочку. Тут у нас есть бочка. Черт возьми. Я хотел бочкой сэкономить патроны. Это дело не получилось. Так, хорошо. У нас есть еще одна плюшка. И попробую еще раз плюшкой. Иди-ка сюда, мой сладенький. Сейчас тебе плюшкой огрею. Оп. Походу и все, друзья. Две плюшки, четыре плюшки, и он готов. Перчик готов. Мы доказали свое превосходство, и муравьиные львы снова пришли в нашу сторону. Все чудесно и прекрасно. Хорошо, забираем нычки, идем дальше. Дальше, походу, будет пехота, и гораздо будет поинтереснее. Так, я хотел взять, наверное, все-таки грави-пушку и осмотреться. Нычек больше не вижу. Пойдем дальше, значит. Закидались так. Стулья, стулья, бочки. Так, стулья уберем. Патронов у нас много, жизни много. Можем, в принципе, и повоевать. Хорошо, мы идем, где наши львы. Все на месте. Ребята, давайте за мной. Феромоны, сейчас сделаем звук феромонов. Ух, какой звук. Вострой, я четвертый. Ребята, в атаку. Я ушел. Я ушел в сторону, пусть ребята повоюют. Там есть пулемет, есть второй пулемет. Гренка прилетел. Как же я услышал. Обалдеть. Мне просто спасло это жизнь. Так, так, нормально, нормально. Прессуют, прессуют. Ох, жесть. Ребята, прессуйте всех. Хорошо, возьмем, наверное, гренку. Закинем гренку вон туда, подальше. И вторую гренку тоже будет закинуть. Ох, чудесно. Вон туда вторую закидываем. Оп, закинули, хорошо. Да, подлетела и не встала на месте. Хорошо, возьмем арбалет и арбалетом снимем чувака. Оп, прям в головешку. Чувак, это больно, я знаю. Там есть дальше второй, походу, пулемет, но там у нас дверь закрыта. Нам нужно пройти, наверное, вот с этой стороны.
Так, да, походу, ребята, давайте в атаку. Ребята пошли в атаку, Гренка в них пошла, там будет очень много жести, там будет много мяса. И, конечно, я помогу им. Так, штучка на лбу. Сделаем перезарядку, ребята, идите в атаку. Снял Гренку. Сразу я снял. И сразу снял своих ребят. О, куда вылетел там. Я его даже не вижу. Так, еще одна Гренка. Слушай, закидали просто Гренками реально. В принципе, я тоже могу закинуть. Ребята, в атаку. И сейчас мы все-таки прорвемся. Я вижу чувака сверху, возьмем арбалет. Сейчас снимем. Значком влево-право. Все, прям между ними. Какие везучие все-таки ребята оказались. Оп. О, черт, он пригнулся, была Гренка. Я даже не заметил. 43 хп, ничего страшного. Найдем аптечку и поправим свое здоровье. Ребята, давайте вперед. Ребята, вперед уже. Он опять кинул Гренку. Да черт возьми. Их, ну, пора уже снять, как он вылетел. Чудесный вылетел. Ребята пошли в атаку и, в принципе, все. Так что у нас есть, интересно. О, пойдем дальше. Тут у нас чисто, патроны уже полные. Нам нужно, походу, вон туда. Главное, аккуратней. Все в атаку. Просто в мясо. Все, что ли, готово? Все готово, нужно это дело отключить. Иди-ка сюда. Иди сюда. Он готов. Тут у нас чисто. Тут на чисто никого нет, патрончики мы собираем. Тут чья-то лапка торчит сквозь текстурку. Открываем двери и пойдем дальше. У нас, в принципе, нету аптечек. Мне, конечно, это фигово. Так, дверь откроется. Откроется, только не очень там и удобно. Сейчас поможем. Нормально, еще потерял 10 хп. Мог обойти, в принципе, с другой стороны. Хорошо. Ох, секундочку, там есть нычка, нет? Не вижу. Ох, есть нычка, иди-ка сюда. Родная, что там есть? Ну, в принципе, ничего интересного там нету, но, в принципе, пригодится. Эх, жесть. Пошли в атаку, ребята. 38 хп. У меня проблем, конечно, будете сами управляться. Ох, четверо. Их четверо, они пошли в атаку и просто наблюдаем. Там дробовик кадр гасит. Кинул Гренку, но он же мертвый. Нормально. Все чисто, я захожу. Ребята, я захожу и посмотрим, что у нас есть по камерам. Там еще один здоровый. С ним, конечно, мы разберемся. Тут мы уже были. Тут мы тоже, кажется, были. А тут что-то новенькое, кажется, это внизу. Открываем двери, и ребята идут в нашу сторону. Ребята, давайте за мной. Я соберу патрончики. Тут есть аптечки. Ребята, давайте прям вниз. Вон туда, к ребятам. У нас, по идее, есть арбалет. Да, есть арбалет. И можно просто встретить. Оп. Второй есть. Это прям вляжка. Так, походу, и все. Да, тут есть у нас, есть чем поживиться. И сейчас быстренько сварганим. Всего лишь взял одну гренку и все на все. У нас слишком много патронов на автомат. Значит, нужно почаще им пользоваться. Тут у нас больше интересного нету. Мы идем туда уже. Аптечек, брони, ничего нету. 63 хп, это, конечно, очень фигово, потому что дальше будет месиво, будет погуще. А там у нас тоже ничего нету. Тут у нас пусто. Тут только патрончики и все. Хорошо, погнали дальше. Ребята, давайте за мной. Мне нужно, наверное, взять гренку и закинуть прям вон туда. А, там пулемет. Так, а пока что не отвлекает. Мы закидываем прям в угол. Оп, хорошо закинул. В принципе, да. О, чудесно. Оп. Это мне пригодится. Это мне пригодится. Там есть два пулемета и нужно просто закинуть прям туда. Спокойно. Все 4 хп. Ребята, пойдем в атаку. Так, мне нужно как-то обойти это силовое поле. О, пошла гренка, не, ушел в сторону. В принципе, можно взять арбалет и с помощью арбалета через это силовое поле пробить их, держи. Ох, не так получилось. Получилось гренку закинуть, а вот хорошо мы тоже закинем. Мы ответно закинем, куда? Кажется, убежал. Один убежал, другой бежит в мою сторону. Куда ты бежишь-то? Его просто загасили. Хорошо, нужно обойти, наверное, вот сюда. Я все-таки цепанул. Так, открываем двери и туда ныряем. Давай скорей. Эта решетка маленько мешает. 40 кп, конечно, очень фигово. Тут у нас вентилятор. Как же его освободить-то? То есть, как его остановить? Можно палку вырубать. Это дело не получилось. О, есть и лопата. Лопата можно прямо вот сюда засунуть. Походу, все, мы его сломали. Нормально. Пойдем. Так, аккуратненько, аккуратненько. Так, не получится пробьёть. Сейчас пробьем. Таким макаром пробили. Там есть ребята, которые гасят. Прям по ногам. Он бросил гренку. Какого черта? Вс,
Все, идем, 40 хп, это, конечно, очень фигово. Уровень сложности максимальный, друзья, и реально очень потно и очень сложно. Ну, ничего страшного, мы пройдем. Так, справа, слева, никого ниже. Сейчас, ребята, я отключаю эту силовое поле, и вы свободны. Идите ко мне, я вас обниму сейчас. Так, соберем патрончики, мне нужны патрончики, а лучше всего аптечку мне надо. Вот, патрончики. Патрончики, конечно, пригодятся. Ребята, давайте за мной, мы двигаемся дальше. 40 кп, конечно, фигово, но будем искать. О, аптечка, просто блаженство. Я сам чувствую, как прибавилось жизни. Ребята, гасите всех. Давайте за мной. ХП, в принципе, неплохо. Мы двигаемся дальше. О, секундочку. Ну-ка, давайте вперед. Там же ребята появились. Сразу же в атаку беру сверху. Можно сверху ее снять. Сверху мы снимем, конечно. Поможем. О-о-о, идут в атаку. Они пошли в атаку. Мы только же уйдем в атаку. Возьмем Валеру и уже с помощью Валеры. Готов. Так, сделаем перезарядку. Мне нужны аптечки. Мне реально нужны аптечки. Я вижу человека, который бежит к пулемету. Оп! Покуда снял его. Патрончики, патрончики не пригодится. А вон ту фигню нужно будет убрать. Ну-ка, ребята, бежите чуть дальше. Сейчас мы... Сейчас парочку взорвется. Все-таки взорвалась парочку. Успел отойти. Хорошо, давайте в атаку вперед. Все в атаку вперед. Как напугал ты меня. О, там пулеметы. Там пулеметы как раз рядом с бочкой. Это очень опасно. Это дело мы, конечно, взорвем. И нужно просто будет кинуть гренку. Да, там, слушайте, реально прессуют очень сильно. Кидаем греночку, и все будет... они слишком быстро перезаряжаются. Оп. Ты какого черта? 20 хп снес. Так, все нормально. Собираем аптечки. Мне нужны аптечки. Вам больше аптечек, конечно, хочется брони. Тут больше ничего нету у нас. О, я слышу звук этот неприятный. Куда вылетел? Долго не в меня, у меня так хп слишком мало. Я уйду наверх. Оп, наверх куда-то вылетел. На, держи. Ребят, пошли наверх. Ну что, идем в атаку уже. Это просто нежданчик. 66 хп, конечно, у меня проблемы. И там ребята все-таки появились. Ну-ка, ребята, все в атаку. Так, обходи меня. Давай, перепрыгнем. Поменяемся и вперед уже. Так, у нас есть, в принципе, у нас и арбалета нету. Ну фигово, хорошо, возьмем Валеру и посмотрим, что у нас там есть интересно. Прям за углом. Я слышу трупы. Да, трупы есть, все чисто. Двигаемся. Так, отсюда вылетел. Отсюда вылетел, здесь у нас ничего нету. Давайте вперед. За мной уже. Так, аптечек нету. Так, так, секундочку, я, кажется, заметил кого-то. Ну-ка, давайте прям сверху. Атакуем десант. Десант пошел сверх. Да, ребята, ждали меня там, походу. Я заметил ноги. Так, все что ли, убил? Так быстро он уничтожил? Да, там были двое. И довольно быстро уничтожил. Ну, чудесно. Тут у нас дверь закрыта, а нам нужно двигаться. О-о-о, там идет перестрелка. Так, один готов. Там еще один прибежал. Сейчас поможем. Так, все готово. В принципе, у нас есть пулеметы. Можно было, конечно, пулеметом загасить, но ничего страшного. Так, сделаем перезарядку на всякий случай. Тут у нас чисто. Тут у нас тоже чисто. Мне нужна аптечка. Мне нужна аптечка. Тут аптечек нет, у нас тупик. Сколько решеток-то? Секундочку, кто-то мне прессовал. Нет, походу дальше. Ну-ка, пробежимся чуть дальше. Давайте вперед. Идет просто на жертву. Ну, ребят, давайте вперед уже. Они пошли не в ту сторону. Хорошо. Но, в принципе, есть автомат. Сейчас, походу, ХП маленько снял. Так, чуваки засели. У нас, в принципе, есть ракетница. И сейчас ракетница. Ну-ка, вперед в атаку. Пошла гренка в мою сторону. 51 хп, это, конечно, его... Поможем слегка. Слегка, конечно, поможем со спины. Так, мы зажимаем. Зажимаем его, конечно. Готов. Так, сделаем перезарядку.
Ох, слишком потно. 51 хп, это, конечно, очень фигово. Мы, конечно, уже нужно будет закончить серию скоро. Пойдем возьмем аптечки, мы закончим серию. 60, в принципе, тоже неплохо. Ребята, давайте вперед. А то меня будут опять ждать, прям за углом. Так, ну что, стоим? Кого ждем-то? Давай наверх. Так, вижу двоих. Вижу двоих, но там у нас бронированные походу стекла. И, в принципе, можно кинуть гренку туда. Сейчас мы это дело сделаем. А можно, в принципе, и плюшку сделать. Вот таким макаром. Прям плюшка. Все что ли? Чисто. Так, быстро уничтожили. Я хотел плюшку закинуть, и да было эффектней. Ну хорошо, пройдем так уже. Так, есть какие-то мониторы. Дверь закроем, дверь закроем. У нас есть и аптечки, друзья. Ну что, на этом можно серию закончить и уже продолжу в следующем ролике. Ну а с вами был Спикер, и спасибо, что смотрели. Увидимся скоро. Всем спасибо и до новых встреч. Всем пока.